Продолжаем смотреть «Спар Молния» в Челябинске. Точнее, мы сейчас выехали за пределы Челябинска для того, чтобы посмотреть новый объект, который совсем недавно открылся. И можно вокруг уже посмотреть, что много новых домов, и здесь еще очень много нового трафика приедет. Рядом со мной Дмитрий Чернявский расскажет нам немножечко про тему собственного производства. Здесь мы буквально чуть-чуть на эту тему затронем, а далее будем смотреть еще большой гипермаркет. Пойдемте посмотрим. Так, Дмитрий, большой магазин. Сколько здесь квадратных метров? 500 квадратных метров. 500? 900. 900 квадратных метров. 900 квадратных метров – это включая торговую или только торговую площадь? Это торговая площадь. Да, отдельно есть еще цеха производства. Угу. Они 142 квадрата. Здесь применена мини-цикла формат. То есть объединены некоторые цеха, такие как доготовочный цех, кулинарный цех. Он пекарня в более компактном виде уже. Ну и, в принципе, остальное все отдано под торговую площадь. Сколько средний чек в этом магазине? Средний чек в этом магазине 670 идет. Uh-huh. Вот. Ну, он сейчас набирает рост в связи с развитием района, заселяется. Район достаточно перспективный. Вот, он так и называется, перспективный. Uh-huh. Вот, привилегия, да, это район. Поэтому мы надеемся на рост данного показателя вещей. Сколько времени, как открыт магазин? Чуть больше года. И это еще абсолютно растущий. Это растущий однозначно, потому что застройки, вы сами можете видеть, в районе застройки просто колоссальные. Причем они сдаются пачками, большими объектами сразу же, районами, кварталами. Угу. Поэтому мы верим в этот магазин. Пока далеко не отошли, все-таки должна обратить внимание. Понятно, что мы сейчас побольше, может, про способ производства будем говорить, но тему ЗОЖ Биовеган вы активно поддерживаете. Отдельно отмечу, как здесь сделано такая, ну скажем так, выделение, да, на которое дополнительно обращает внимание покупатель. Вот, ну просто как галочку ставлю, все-таки Спар этим отличается. То есть если коллеги могут подхватить какие-то идеи, да, которые можно взять на вооружение, то это делается. Ну, просто отмечу как нечто, что привлекает всегда внимание. Спасибо. Уже здесь мы действительно видим больше фруктов и овощей по сравнению с экспрессом, где мы чуть ранее посмотрели его с Юлей. Вот, и видно, что и сухофруктами также здесь уже видим в большем количестве. Что касаемо готовой еды, много ли здесь SKU? Здесь матрица насчитывает 340 SKU. Угу. В том, при учете того, что весь магазин – это 14 тысяч SKU. Вот, отдано производству достаточно широкая линия прилавка, плюс выделены отдельные зоны, мы до них дойдем. Угу. Но вот здесь мы можем уже сразу начать видеть некоторые наши продукты, которые мы самостоятельно производим. Угу. Это мясо для запекания, вот, под брендом Spar Chef. Пакет специально уже готовый к запеканию, снимаешь этикеточку и кладешь. Ну, здесь я понимаю, что так как люди фактически живут на открытом воздухе, тут много, наверное, таких, да, людей, которым нужно гриль. Абсолютно верно. Здесь район, сегмент, наверное, средний плюс, и мы замечаем, что ассортимент даже для этого магазина мы подбирали с учетом того, что, ну, чуть-чуть требовательный покупатель идет. Uh-huh. Вот, больше акцент уделяется, конечно, ну, элементарно из продаж, там красная рыба здесь больше продается, да, чем там в аналогичных каких-то других магазинах. Ну, мы сейчас продолжили и подходим. Давайте попробуем, продолжим мясную витрину смотреть. Здесь много чего. Что больше всего любит челябинский покупатель? Знаете, достаточно хорошо распробовали нашу продукцию, которую мы делаем на центральном производстве. Это продукция в свиной сетке. Вот, то есть это ручная работа. Здесь не машины, здесь рецептура достаточно долго отрабатывалась. Ну и показывают, ну, скажем так, колоссальные приросты в продаже. И, ну, данная продукция, если в цифрах, у
нас производство 80 тонн в месяц, но ее не хватает. Угу. Ну вот прям не хватает. Угу, угу. Вот. Ну видно, классические шашлыки, да? Как бы фарш, все это упаковано уже при плюс, да, линейка колбас у нас везде идет, потому что мы понимаем, что качество, ну, сеть одна, качество требуется едино. И также у нас идет центральная выработка всех колбасок, перильных, ну, куриные, мясные, смеси, значит, на центральном производстве, ну, что позволяет выдерживать качество и давать покупателю стандартное качество по той цене, которая, ну, оно при центральном производстве в любом случае дешевле выходит. Мы сейчас посмотрели мясо, рыба, как рыба живет, как рыба себя чувствует. Рыба, вот, пожалуйста, живет здесь не без, скажем, исключений того, что покупателю тоже интересно полуфабрикаты получать, которые он может запечь дома, как классическая рыба, красная рыба. Ну, речной рыбы у нас не представлено здесь. Регион достаточно сложный по поиску этой рыбы. Сезон короткий рыбы, поэтому у нас здесь в основном морская, красная, ну и полуфабрикатная линейка. Потому что левая, она уже поставщики, да? Да, это поставщиков полностью, но есть планы как бы по завоеванию данной категории в собственные руки. Да. Слушайте, пелить, расскажите мне про нее, почему я должна ее пробовать? Мне просто все как один сказали, в Челябинск едешь, должна попробовать пелить. Здесь нужно спросить у местных. Да? Я не могу сказать. Хорошо, уточним у местных, но на самом деле вот практически каждый второй человек, который узнавал, обязательно попробует. Я пробовал, мне очень понравилось. Нежная. Да, предысторию я не могу ничего сказать. Про маринады тоже ваши? Нет, маринады поставщиков. Мы, ну, точно так же, наверное, как и все, прорабатывали достаточно много разных производителей маринадов, определили для себя тех партнеров, с кем двигаемся дальше в этом направлении. Mm-hmm. И у нас вся линейка, да, построена на, ну, тех маринадах, которые мы отобрали. Поставщики под нас доработали, потому что мы, да, мы очень, ну, трепетно относимся к качеству, и продукт у нас, ну, должен быть, по нашему мнению, самого лучшего качества, чтобы мы могли спокойно конкурировать с любыми и федеральными сетями в том числе. По поводу гриля, у которого сейчас находимся, насколько востребована такого рода продукция сейчас вот в этом магазине у этих покупателей? Востребована. Здесь вот через 2 часа, когда час пик пройдет, вообще ничего не будет. И этот гриль, то же самое, это наша централизация. То есть мы предпосол делаем данной курице, что дает ей мягкость, сочность. И она точно так же выходит из нашего центрального производства, приезжает сюда уже. Ну, здесь, грубо говоря, раскладывает на люльки и догревается. Да, и уже готовится. Ну, как мы видим, довольно много произведено еды, которую можно здесь сейчас положить с собой. Что касаемо упаковки, вы уже рассказывали о том, что это ваш партнер, да, который вы только вообще, ну, вообще все-таки готовую еду именно под целиком упакованной. Это какая история для вас? Это насколько, вот, ну, не знаю, в перспективе скольких лет вы начнете уже сами это производить на ваш стенд? Я думаю, что это 1-1.5 года. То есть мы к этому придем, и, ну, мы понимаем, какая разница между столичными регионами и регионами, да, во времена. Мы видим это по другим практикам, и мы четко можем спланировать, что будет через год, да, у нас здесь. И, ну, 1-1.5 года – это наша история. Да. На текущий момент закрыли потребности покупателя в таких услугах, как завтраки, обеды, супы и комплексные предложения, ну, которые вот, в принципе, здесь и представлены. Также это у нас развернуто на формат экспресса, где вы уже проходили. И дополняются гипермаркеты там, где, ну, нецелесообразно самим производить. То есть у нас есть определенный набор оборудования, да, ну зачем нам там, самим производить то, что короткое время продается, не целый день, а короткое время, ну, я имею в виду тема завтрака. Вот, потому что вот каши элементарно, они продаются здесь под брендом Спаршеф. Вот, четко проходит наш контроль по качеству, брокераж. Мы, ну, регулярно выезжаем на фабрику для контроля. Сколько лет, напомните, сколько времени вы с этим проектом работаете? С этим проектом мы с марта месяца работаем. Еще года нет? Да, года нет, но он дает свои результаты достаточно такими семимильными шагами.
На самом деле уже этот тренд очень многие испробовали. Конечно. И приучили в какой-то мере покупателя. Видим сейчас несколько станций. Расскажите об этом. Сосиска в тесте за 35 рублей – это, конечно, великолепная цена. Пицца, сколько видов пиццы приходит, как говорится, что больше всего любят? Ну, здесь у нас вообще на широкий выбор пицц, но сюда мы подключили 5 видов пицц. Самые топовые, да, которые, потому что это формат все-таки не гипермаркета, а супермаркета. Пицца, ну, она сделана нашей командой технологов, да, выбраны, наверное, наилучшие рецептуры, потому что у нас достаточно такая кропотливая работа по созданию продукта, она долгая в то же время, но кропотливая. При создании продукта мы, конечно же, учитываем широкий круг потребителя. Это проходит комиссию, дегустационный продукт, потом защиту этот продукт проходит, ну и дальше уже появляется в сеть. На полке, все как надо. Да. Это же как называется вот эта крупка с... Вот эта мука, которая как крупка. Это манная крупа. Используется, да, для того, чтобы придать хруст продукции. Ну, я как вижу, сейчас вот прям в магазине не так много, вроде как, народа. Время 16:36, но да. Я так понимаю, что это вот как раз предпиковое это состояние. Это предпиковое, да? Сейчас будет покупатель и точно объемно зайдут. Как вок. Ребят, запахи наша камера не передает. Здесь очень вкусно пахнет, и как раз все станции, они как раз на это и нацелены, чтобы возбудить тот аппетит, которого, может быть, у человека и не было в тот момент, когда он входит в магазин, но здесь он уже просыпается окончательно. Да. Но расскажите мне, почему же все-таки в ваших магазинах еще нет полноценных мест для перекуса? Вы правы в том, что это нужно. У нас есть определенные зоны, но они не полноценные, как вы заметили. Наверное, вопрос в площадях и готовность отдать торговую площадь из одних категорий в пользование, скажем так, другим категориям. Но эту проблему, мне кажется, все проходят поэтапно, и мы уже тоже к этому подходим, что нужно выделять, нужно закрывать услугу. Услуга, ну, сейчас у нас в какой-то степени не закрыта, то есть мы продаем вкусный, хороший продукт, а человеку, ну, нужно где-то его употребить и дальше уже как бы. У нас будет возможность еще посмотреть самый большой магазин, и таким образом мы увидим в целом весь спектр форматов, которые развивают коллеги сейчас в Челябинске и не только. И я точно знаю, что вот такой ассортимент, который широкий, сейчас немножко растит здесь своего покупателя, потому что мы, надеюсь, покажем вам окрестности, и вы увидите, какой же здесь еще потенциал у будущего покупателя. Самое главное, что уже сейчас у ребят, у потребителей текущего района есть те необходимые магазины или тот необходимый магазин, который уже их приучает к такому вкусному продукту. Ну, а Дмитрию задача продолжать создавать не менее вкусные блюда. Так и будем. Да, Дмитрий, мы с вами увидимся еще в одном гипермаркете, где я уже более подробно посмотрю, сколько там еще ассортимента. Да. Здесь все-таки урезаны. Во сколько меньше? Абсолютно. Ну, получается, в 4 раза меньше. То есть у нас в 4 раза больше предстоит, да, посмотреть виды. Вот. Ну что ж, продолжим. Встретимся через несколько, буквально в следующем уже объекте, а мы туда поедем.